У меня для вас две новости. Помните игрока с Колорадо? Забивший второй гол в ворота Реала Солт Лейк, тем самым похоронив надежду на победу хозяев. Теперь он сделал то же самое в Майами. Сравняв тем самым результат. Вторая новость. Коламбус вышел в полуфинал, где остался наедине с тремя командами из Мексики. Запредельно тяжело выиграть этот кубок. Так же, как и Реалу Солт Лейк, сегодня одолеть действующего чемпиона Кубка МЛС Коламбус. Чтобы победить в родных стенах, игрокам Солт Лейк нужна не только поддержка болельщиков, но и удача и мастерство звездных игроков. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder, can you hear it echoing? And spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still to live. These hands can hold the world, but it all never be enough. Never be enough. Still to live on. These hands could hold the world.